В Малиновском районе торжественно открыли приемную партии «Солидарность. Блок Петра Порошенко». Проблемы жителей микрорайона помогали решать и ранее. Теперь же это будут делать в новом офисе. Основные вопросы, которые мы помогаем решать, это прежде всего юридические, то есть это толкование каких-то пунктов закона, потому что законы у нас меняются чуть ли не ежедневно, и разобраться подчас даже профессиональный юрист не может. У нас группа юристов работает, очень компетентных и грамотных, и я думаю, что с их помощью мы эти вопросы решаем. Юристы районной ячейки партии уже помогли полсотни одесситов решить вопросы с оформлением субсидии. Несмотря на то, что процедура получения субсидии была очень сильно упрощена, несмотря на это, сам юридический механизм все-таки для многих людей остается сложным. То есть делают элементарные ошибки. Мы, собственно говоря, помогаем эти документы им оформлять, подавать и добиваемся того, чтобы люди получали субсидии вовремя. Приемная работает ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Обращаться можно по адресу Малиновского, 71.